Два дня совершенно несопоставимы. Первый день был больше действительно посвящен основной тематике конференции – это междисциплинарности. При этом под конец явно произошел раскол. Один из докладов вызвал сомнения, есть ли это дисциплинарность, междисциплинарность. Вот в этой связи действительно кое-какие моменты приходится даже переосмысливать. А сегодняшний день он посвящен более конкретным вопросам, это академическому сообществу, тем проблемам, которые возникают перед ним. И здесь больше конкретики, больше фактуры, больше статистики, результаты глубинных интервью. То есть в каком-то смысле два дня очень разные. Я думаю, что все-таки междисциплинарность здесь отошла на второе место. Междисциплинарность здесь, наверное, уже не имеет никакого большого значения. Речь идет все-таки об академическом сообществе и о тех проблемах, которые перед ним стоят. Проблемы, как вот сейчас показывает опыт, они абсолютно универсальны и для нашей страны, и для всего мира. Ну, может быть, просто в нашей стране это все обострено до предела. И эта проблема, собственно говоря, управления академической наукой, это и этика самих ученых. Это и результативность ученых, и многие-многие даже и свобода выбора тематики. Все эти вопросы на сегодняшний день стоят очень актуальны, и многие из них, конечно же, не имеют решения. Ну а главное, наверное, все равно, вот, когда мы говорим об академическом сообществе, самая главная проблема и самая болезненная, это, конечно, распределение средств, это поддержка финансовая. И пока здесь, по всей вероятности, решение, вот, к сожалению, не просматривается. Пока только очерчиваются проблемы для управленцев, но пока решение даже со стороны самого академического сообщества пока не нащупывается.